Девиз. Акварель для всех ребят, все рисуют, все творят. Это была команда «Акварель». Давайте искупаем. Ну и на сцену просим выйти команду третьего отряда. Как вас зовут? Ксюша, у вас тоже есть название «Девиз»? Отлично. Боитесь говорить об этом громко, что ли? Не бойтесь. Давайте еще разочек, только громко, чтобы вас услышали все. И даже те, кто много говорит. А давайте вместе. Всем с названием. Излучает или изучает? Излучает позитив. Вот такой вот весной мир. На сцену приглашается команда четвертого отряда. Как вас зовут? Ваше название, девиз? Артур. Дана. А название «Девиз» тоже существует? Да. Давай. Карандашики. Мы рисуем просто класс. Победим мы вас сейчас. Он и там кухон, да? Вот такие вот карандаши. Ну и на сцену приглашается команда самого младшего отряда, пятого. Под ваши бурные аплодисменты. Итак, вас зовут? Рома. Софина. А название девиз? Радуга. Радуга. Мы как радуги звезда, не разлучны никогда. Вот так вот. Это была команда «Радуга». Нашими командами помощницы, с моей помощницей, девочки, вынесите, пожалуйста, стульчики. Напротив каждой команды.